отделении переливания крови Одинцовской областной больницы состоялась завершающая этот год акция «День донора», которую провела Московская областная станция переливания крови. Эта акция – необходимость, ведь впереди новогодние праздники, и медучреждениям нужно пополнять запасы крови. Мы обеспечиваем своими силами максимально потребности, но когда возникает какой-то форс-мажор, когда подбирается несколько человек, допустим, больных с одной группой, иногда нам требуется помощь, и тогда мы обращаемся на Московскую областную станцию. И делается это не случайно. На областной станции есть специальное оборудование для производства тромбоконцентрата, необходимого многим пациентам. Это еще одна причина, по которой проводится эта донорская акция. По словам заведующего отделением, сейчас на учете в округе более 10 тысяч доноров, из которых всего около 1000 являются активными донорами или входят в донорский резерв. Необходимость в новых донорах есть практически всегда. Напомним, что если вы решили пройти процедуру донации, нужно соблюсти ряд важных правил. Накануне и в день сдачи крови донор должен легко позавтракать. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».